завтра. Хотела еще показать молоко, потому что я всегда покупаю вот такое. И совсем не потому, что, о, оно не жирное, о, оно безлактозное. У меня все в порядке с лактозой, и жирное молоко, с ним у меня тоже нет проблем, потому что в кофейнях я беру самый обычный капучино на самом обычном молоке, какое у них там, я не знаю, 10% жирности. Просто дома я пью растворимый кофе, и с растворимым кофе мне вот так реально вкуснее. Мне правда вкусно. Я иду на тренировку, потому что дома сегодня делать растяжку мне не хочется, поэтому я решила пойти в парк. Я всегда тренируюсь в парке. Раньше я ходила в спортзал, но летом обычно я всегда хожу в парк и тренируюсь с резинками. Не для похудения. Спорт для похудения вообще не так себе. А тренируюсь я для здоровья и не сильно интенсивно. Погода, конечно, так себе. Довольно холодно. Надеюсь, что я не замерзну. И еще надеюсь, что не пойдет дождь. Площадки почти никого нет, и моя скамеечка свободна. Как прекрасно. Это та самая футболка на фото, которую я носила, когда весила 123 килограмма, и это 60, по-моему, 64-66 размер. Дела. Сейчас это футболка для тренировок, которая очень-очень свободная и закрывает попу, и я спокойно хожу в лосинах. Вообще, конечно, мне не надо бы пить столько кофе в день. Ну, это пока только вторая, но я знаю, что это пока вторая. Это самая вкусная еда на планете Земля. Здесь два яйца, творог и сыр, и зеленушка, и немножко соли. Это пища богов. Вообще, я как-то устала, потому что я записывала огромное получасовое видео о моем расстройстве пищевого поведения. Оно получилось очень долгое, очень нудное. Ну, первый блин комом, так что я в полном принятии. Это не тебе, это не тебе, это мне. Я просто королева кусочничества сегодня. Ну и ладно, так бывает.